приветом, Набутов. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, хорошего вам настроения. Солнышко вон выглянуло, кстати, в Москве. Я говорила, да, сегодня солнышко будет. Да, знаешь. Конечно. Часы тоже два раза в день, правильно? Не надо мне лукать тут. Не надо мне тот парить. Естественно, знаете, синоптик, он же как сапер, ошибается только один раз. Но каждый день. Ну ладно, значит, сегодня важный день, 10 февраля. Кстати говоря, Всемирный день зернобобовых. Я вас поздравляю, Божечки, с этим не мог пройти мимо. По просьбе Республики Буркина-Фасо. И как бы установлен этот замечательный, объединяющий планету праздник. И, кстати говоря, недорогие зернобобовые. Придется выпить шампанского сегодня, что я хочу тебе сказать. О, кристалл. В честь зернобобовых. Пожалуй, я взял бы жиробом кристалла 2012 года. Уи. Сухой очень, да. Я люблю, когда я сухарик. Тресни бутылку майотика. Так, зернобобовых на шампанское, удивительно. Потянись к народу. Так, ребят, смотрите, для тех, кто... дешевые зернобобовые. Зернобобовые, плюс, отличный. Для тех, кто не как мы, не встает в 4 утра и не знакомился с новостями, давайте пару слов про «Оскар», который к 8 утра завершился. Значит, ну, просто фильм «Паразиты» выступил... Это про наших чиновников, что ли? Примерно, да. Значит, смотрите, впервые в истории такое, что один и тот же фильм становится и лучшим иностранным художественным фильмом, и лучшим фильмом вообще. И лучшим российским. И Пан Джун Хо получил также, как лучший режиссер. Брэд Питт получил Оскара, наконец-то, именно как актер. У него есть один Оскар. Тоже как наш, продюсер. Кстати. Да. Лучший актер второго плана за фильм «Однажды в Голливуде». Лучшая актриса второго плана — Лора Дёрн, «Брачная история». Лучший адаптивный сценарий — «Кролик Джо-Джо». Мультфильм взял «История игрушек 4». Лучшая музыка к фильму — «Джокер». Но при этом лучшая песня ушла к сэру Элтону Джону за «Love Me Again» в фильме «Рокетмен». Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в Голливуде». Дизайн костюмов — «Маленькие женщины». Лучшая операторская работа — звук и визуальные эффекты — фильм 1917. Лучший монтаж и лучший монтаж звука — «Форд против Феррари». Лучший грим и прически — фильм «Скандал». Ну и лучший документальный полнометражный фильм — это «Американская фабрика». Вот, пожалуйста. Но «Паразиты» просто стали триумфаторами. Сколько наших лауреатов? Да, одни мы сплошные. Лора Дёрн. Ну, Лора Дёрн. А Пан Джун Хо нет? Нет, Пан Джун Хо — это Виталий Петров. Так, это псевдоним, ну, это, это глубоко законспирированный оперативный работник, майор. Более того, это мы понимаем, наш из наших сегодняшнего дня сибирских. Уже полковник. Полковник, конечно, конечно, внеочередное звание. Это звание вместе Дёрн. С Оскаром. А Лора Дёрн, извините меня, лучшая женская роль. Лариса Дёрн. Дернова. Из Обнинска, под Москвой, с белорусскими корнями, все нормально. Дерн, блин, ну что это за дерн? Что дерн? Мы что, не знаем, что такое дерн, в конце концов? Кстати говоря, по поводу Оскара. Хорошо, как ты вывернешься с Хоакином Фениксом, который получил Оскар за лучшую мужскую этот роль? Этот не наш. Этот не наш. Поляк. Скорее серб. Возможно. Да. Возможно. Действительно. Действительно. Так, что я хотел сказать по поводу Оскара. О. Что по поводу Оскара? Стало известно, так, что там же не только статуэтки, ладно, никому не нужны, их можно вон в любом переходе в Москве купить. Подарок. Дают же еще, вы думаете, что тогда народ плет? Халявные корзины с подарками. Знаешь, да, эту тему? На 5 200 000 долларов насыпали лауреатам в этом году подарков. Всякие компании. Значит, наборы собирает компания Distinctive Assets. Значит, полную стоимость этих подарков оплачивают как бы бренды, но предоставляют бесплатно, точнее, товары. Значит, и если один из, понимаете, получателей подарков воспользуется им публично, то, собственно говоря, это окупит все расходы. Значит, кстати, звездам придется погасить налог на доход от стоимости всех принятых и использованных подарков в денежном эквиваленте. Вот, а стоимость каждого набора для каждого лауреата — $215 000. Всего 5 200 000. Значит, смотрите, что навалили в этом году. Прости, я тебя перебью. Хоакина Феникса наши слушатели переделали Хавроний Фенин. Фенин, возможно, возможно. Возможно. Я как-то не думал, да, Хоаким Феникс. Ну,
какой-то тоже ГРУшник, господи. Ну, да, что, ну, это, слушай, там все они любого там поскреби. В одной лавке там сидят, придумывают, кого как назвать. А, значит, что я хотел сказать. В этом году самой дорогой частью набора станет 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse стоимостью более, ну, почти 80 тысяч долларов. А, в числе пунктов ее назначения Антарктика, предусмотрено погружение на подводной лодке. Нашей, конечно, Борей. Стратегическое. Специально подогнали. Поедете в шахте для баллистической ракеты «Булава». И ведро Синева. Вам дадут. Синева. Ведро дадут еще. Ведро дадут не обязательно. Поэтому не надо жаловаться. Значит, дальше. Среди других подарков. Романтическое путешествие на испанский маяк. О! Тоже мне удивили кота сосиской. Потрясающе. Годовой абонемент на услуги брачного агентства. 20 тысяч. Неплохо. 20 тысяч долларей. Поэтому Киану Ривз пришел на церемонию с мамой. Естественно, нормальный чувак. Вообще, как можно 20 тысяч долларов заплатить за услуги брачного агентства, если ты лауреат Оскара? Ну, вот в принципе. Да хрена тебе это надо? Не складывается. Да. Для чего это нужно брачному агентству, я понимаю. Для чего? Ну, серьезно. Значит, набор уходовых и омолаживающих процедур общей стоимостью 25 тысяч долларов. Так. Значит, также в подарочные чемоданы попали обогащенная водородом вода, 30 долларов за упаковку, аметистовые бомбочки для ванн. Я не всегда такие коробки беру, ты понимаешь, лень тащить. А экскурсия в Капотню? Особенно с аметистовыми бомбочками для ванны. Тут Нобелевским. Оскарским лауреатом впаривают. Головная повязка для медитации. Это важно, позволить себе не могут люди, естественно, нищеброды. Улавливающие мозговые волны. Итак, еще раз. Головная повязка для медитации. Улавливающие мозговые волны. 250 долларов. Я вас умоляю, мы здесь еще 5 лет на станции ходили в этих серебристых шапочках, делали из фольги. Из фольги мы давно уже все придумали. Моя вон в шкафу. Тоже мне, понимаешь, 7 рублей себестоимость. Так. Значит, медицинская система сбора мочи. Я не шучу. Господа гусары, молодцы. Я не шучу. Это корзина подарков для каждого оскаровского лауреата в этом году. Которая, по утверждению производителя, позволяет повысить точность тестирования на инфекции. Бюстгальтер, самостоятельно определяющий размер груди и золотой вейп. Про бюстгальтер поподробнее. Я ничего не могу сказать. У меня нет. Я прошу есть тебя фотографии, подробнее. Я не понимаю. Ну, это надо. Не указывается ни стоимость. Я удивлен, зачем, если я привык определять размер груди на ощупь. Ну, ты же старорежимный. Ты, так сказать, старовер, жик-жик-жик. Я бы сказала. Конечно, а мануал, все... мануальщик, мануальный терапевт. Тоже мне понимает. Вот даже бессмысленно. Зачем вам бюстгальтер, определяющий размер груди? Вот в целом. Ну, как бы бессмысленная же вещь. Такое ощущение, пишут наши слушатели, будто эти подарки подбирали тоже наши чиновники. Наверняка. Золотые ёршики. Про кино у меня есть прекрасная новость, по-моему, очень приятная. Значит, смотрите. 16-летняя жительница Томска Диана Костырина получила право на, вы не поверите, экранизацию рассказа Стивена Кинга. Причем за $1. Школьница займется экранизацией рассказа «Женщина в комнате». Удалось ей заключить этот контракт благодаря программе «Доллар Бэйби», с помощью которой Кинг за символическую плату дает права на экранизацию своих произведений начинающим режиссерам во всем мире. Причем девушка рассказывает, что заявку одобрили мы просто, ну, фактически моментально, просто в течение суток. Хорошо же? Может быть, это наш будущий... Но на самом деле, без иронии, это замечательно. Это очень круто. Замечательная новость, и дай бог успехов в постановке этой короткометражки. Да? Это вот да, то, я буду ждать новостей. Мы можем гордиться этим, да, это приятно. А у нас не так много приятных новостей глобального масштаба, связанных с нашими соотечественниками. В основном неприятные, особенно если спортить спортивные последние наши выкрутасы. Не сыпь соль вот. Никуда. Ну, кстати, депутат Госдумы Наталья Поклонская заказала генетический тест, чтобы выяснить свою национальную принадлежность.
Исследование будет проводить одна из московских клиник. Это исследование происхождения генетического корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке, как прокурорский архив, где все ходы записаны. И скоро главная загадка будет открыта, сказала Поклонская. Тебе любопытно? Да. Мне очень. Как прокурорский архив, где все ходы записаны. Знаем мы, как у нас формируются прокурорские архивы в интересах конкретных фигурантов конкретного уголовного дела или тех, кто и сажает. Значит, теперь узнаем, какая кровь намешана во мне, в Поклонской. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов. Боже. Это ваша новая соотечественница, я напоминаю, она вернулась вот как раз еще до решения вот этого правительства, которое будет, вот такие нам соотечественники возвращаются, понимаете? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев. А вдруг у нас с Зеленским общие предки, написала она. Ах, в Фейсбуке. Вот куда мы метим. Ах, вы понимаете? Как интересно. Вот таких бы нам побольше соотечественников. Вот это аполитичное заявление. Вот. Че это вдруг? Бесплатный ДНК-тест. Как тебе такой вариант для как, ну, приманивания русских из-за границы? Русских из-за границы, правда, в Америке он стоит $100, даже меньше сейчас. Наслюнявил, отправил баночку. А мы не имеем права, кстати, наши сдавать. Мы только дорогостоящие в клинике можем делать, а свой биоматериал за границу отправлять не можем для ДНК-тестирования. На эту тему, кстати говоря, я напомню нашим слушателям, значит, еще раз для тех, кто только что присоединился, собираются создать специальную группу чиновников, которые будут лично убеждать россиян, живущих за границей, ну, русских людей, вернуться обратно на родину. Мы, значит, нашли аргументы для чиновников. Пенсионный возраст повысили, значит, дольше будешь работать, хорошо будешь себя чувствовать. Конечно, чувствуешь, это же психологическое. Всем россиянам обещали рай. Материнский капитал увеличили? Увеличили. Наклейки... $2000. Это 2000 долларов. Плюс $2000. И сейчас получается всего за второго ребенка где-то 16 тысяч рублей. $10000 тебе раз от государства. Пожалуйста. Наклейки на машины будут раздавать? Обама чмо. Да. Представляете, это на америкосов рассчитанная, наверное, была роль. Это в Дагестане на сайте госзакупок опубликовано для нужд местного, как называется, спецгаража. Так, а вот Тимур нам пишет из Питера. Добрый день, ребята. Про комиссию для россиян за рубежом. Я с радостью готов рассказать соотечественникам, как хорошо в России, только помогите отсюда уехать. Ладно, не будем иронизировать, тема серьезная. Вы понимаете, как не выпустить соотечественников, которые хотят уехать? Это, как правило, люди активные, хорошо образованные, молодые, которые хотят реализовываться, которым не хочется мараться там, а все вот эти вот, и смотреть, и слушать вот эту всю похабень, которая вокруг происходит, все типа вплоть до этих шапито, которые с Конституцией устроили и так далее, тоже же давит на мозги неизбежно. Как их задержать в стране? Нам уже пишут. Разные варианты предлагают, там, давайте накинем штрафы, например, каких-нибудь им там, и потом, чтобы они выехать не могли, вот, тут более-менее понятная механика, потому что они уже здесь, не вырваться. Как затащить сюда народ? Че-то знает, что пообещать? Гектар дальневосточный был. Был. Предлагали наши слушатели дальневосточные. Какие гектар? Варианты? Не, мне очень нравится история с тем, что всем россиянам обещан рай. Это аргумент, который невозможно побить. Кто еще может похвастаться этим? Героические мучения при жизни и потрясающая райская жизнь после нее. Жить будем плохо, но недолго. Это же наше кредо, в конце концов. Так. Так, смотри, у меня, значит, для тебя есть как раз новость по поводу Конституции, да, полно. Или про неприятно пахнущих людей. Какая тебе больше нравится? Я, ты знаешь... В общем, это одна фигня, я понимаю. Новости, связанные с изменением Конституции, это они тоже не очень приятно подоспел, просто на самом деле, ну, свежий давай. Опрос Левады. Большинство граждан России, это 64%, готовы принять участие во всенародном голосовании о принятии поправок в Конституцию, если бы, это такой нюанс, голосование проводилось в следующее воскресенье. Об этом, значит, выложил данные Левада Центр. Исследование показало, что при этом 72%
из тех, кто собирается принять участие в голосовании, разумеется, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Так. 13% всего лишь проголосовали бы против, 15% участников опроса затруднились определить свое отношение к предлагаемым изменениям. А ты написала, что важными, это, видимо, из того же исследования, оно довольно объемное, важными из президентских поправок в Конституцию, значит, гарантии регулярной индексации пенсии, или 6% посчитали важным, это гарантии регулярной индексации пенсий, а создание Госсовета лишь 6%. Ну, и смысл этой поправки как бы непонятен вообще никому. Это ровно то, о чем мы говорили в эфире, то, о чем говорили огромное количество политологов, которые приходят сюда в студию, что люди среагируют на несколько пунктов из предложенных. Конечно. Все остальное будет пропущено мимо. К нам пришли экскурсанты. Привет, ребята. Привет. Кстати, будете в Москве, приходить на экскурсию на Серебряную Дождь. Да, все подробности на нашем сайте. У нас тут масса интересного, целых на два часа. Значит, что я хотел сказать. Смотрите, в первую тройку по важности, ты об этом рассказала? Нет еще, да? Значит, вошли запреты на иностранного гражданства для чиновников. Гарантии МРОТ, они ниже прожиточного минимума 50%. Ну, вот это две самые главные новости. Меньше всего, наряду с Госсоветом 6%, респондентов Левада-центра волновало перераспределение полномочий президента в пользу парламента при назначении премьер-министра. 11%. Это прям свеженький опрос, проведенный неделю назад. Буквально. Вы представляете себе, как наши статистики вообще мыслят? Что можно построить? Мелкие подачки, да, это очень важно, но они, может быть, какие-то не очень мелкие, да? А системообразующие вещи, от которых, в общем, зависит дальнейшее функционирование страны, никого не интересует. Не считает важным. Да, за нас это там так и так, и так решат же. Правильно я говорю? Какая разница, как перераспределяется полномочия между президентом и госсоветом? Конечно, нам-то с этого все равно ничего не достанется. Что такое госсовет, там, и президентом, и парламент? Кому это интересует? Люди одни и те же тасуются. Это все внутриэлитные разборки. Там несколько тысяч принимающих решений человек. 730-101, телефон прямого Кочмар. Эфира. Друзья, вы можете комментировать все обсуждаемые новости. Звоните. Доброе утро, здравствуйте. Так, шалом. Алле. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу, прошу. Здравствуйте, дорогие дискурсмонгеры. Это Валерий. Здравствуйте, Валерий. Какие-то евреи, что ли, я не могу. Дискурсмонгеры. Пелевин, вспомните, Виктор, ну, блин, двойка. Конечно, конечно. Два момента. Первый. Это по поводу рождаемости. Есть две стратегии выживания. Одна – это когда все плохо и рождает много детей. И, соответственно, те, кто выжили, ну и хорошо. Там один. Крестьянская Россия. Крестьянская и Россия. Замечательно. Но это во многих странах. Потом происходит некоторый переход, когда уже более-менее люди привыкли, что можно как-то обеспечить детей. Тогда 1-2 – это такая стандартная схема. У нас переход произошел, поэтому ничего не поможет, на самом деле, повысить рождаемость, кроме каких-то совсем диких, да, территорий, не будем их называть. А второе, это традиции патернализма у нас в России, они очень сильны, они на подкорке. И народ, в принципе, выживает, вот как бы, да, обещали чуть-чуть там прибавить копеечку, и все хорошо, потому что люди думают только о сегодняшнем дне. И на самом деле вот эта вот стратегия про такой социальный патернализм, который у нас сейчас проповедуется и исповедуется властью, она, вообще говоря, ставит крест на каком-то вообще возможном развитии, потому что люди вообще перестают напрягаться. Ну, напрягаться нет смысла, да, здесь, потому что ничего не получится. А проще получить какой-то там кусочек не очень сладкого пирога от власти, и все будет замечательно. И все, здесь уже ничего не поделаешь. И не выпендриваться, чтобы что не отняли. Молчать спокойно на кухне, на кухне шебуршать. На любом прогрессе можно ставить крест, на самом деле. Спасибо вам большое. Спасибо, на самом деле, Валерий. Я полностью согласен. Вообще, вот просто мои слова. Патернализм — одна из главных проблем страны. При том, что все, как бы, государство, власть не очень любят, но все хотят там оказаться, и все ждут, что она для них что-то сделает. 100%. Ну вот, как бы. Вообще, это же возразить нечего, это действительно вот такая, так устроена башка. Да, голосовать за каждую поправку отдельно, пишут наши слушатели, ну, на СМС-портал. И, ты знаешь, объединяя сразу две новости, интересуется, интересно, а те, кого вернут наши чиновники, голосовать будут? Они отравленные западной демократией. Это важный их бы вопрос. В карантин это важный надо. Вопрос. Дело в том, что я думаю, что наши соотечественники... Как они сейчас возьмут, как явку-то повысят по привычке вот той, понимаешь? Вы знаете, у меня есть серьезное опасение, что наши соотечественники в лучшем случае окажутся не уехавшими еще остатками
русской, как бы, хорошо образованной элиты в республиках Средней Азии, если туда поедет такая комиссия, ну и бывших советских республиках. Угу. Потому что понятно, что особо из стран Западной Европы, Соединенных Штатов, Кореи, Японии и так далее, то, что мы называем западным миром, особо сюда никто не поедет. Это будут единичные случаи, особенно это касается людей высокообразованных и высококачественных, скажем так. А какими бы деньгами сюда их не заманивали. Вот, например, Андрей Гейм, один из изобретателей графена, который единственный наш российский нобелевский лауреат, который много-много лет живет в Великобритании, насколько я помню, и работает в одном из британских университетов, его же заманивали любыми деньгами. Не зарплаты, гранты там, многомиллионные. Он сказал, в стране нет обстановки для качественной творческой и научной мозговой деятельности. Даже не обсуждается никакие деньги. Вместо него приехал Жерар Депардье и прочие наши новые соотечественники. Может быть, за ними комиссия поедет, хрен его знает. Так, Мария нам пишет, когда жрать нечего, приоритеты не в пользу государственного устройства. Пирамида масла урулит. Да, конечно. Вы не будете находиться в ситуации, когда нечего жрать. Потому что тогда берутся вилы. И после этого приходит коричневое будущее. Вы будете находиться в ситуации, когда у вас будет ровно на пожрать. И на количество носков... Или носок, я всем путаю, извините. Носков. Носков там согласно потребительской корзине. Вот примерно в таком состоянии вы и будете находиться, чтобы не вышли на улицу. Дальше наступает эффект социальной апатии. То есть, когда твоя задача дожить от зарплаты до зарплаты, молчать, ходить на какой-нибудь государственный или квазигосударственный предприятие и впахивать. Так по факту уже есть. Плюнуть, сменить работу не получится. Не конкурентный рынок, а в небольших, даже средних городах просто некуда уйти. В этом катастроф. Податное население полностью зависимо от государственной экономики. Все. А вот эта вот прослойка активных конкурентных, которая бурлит там в нескольких крупных городах России, она вся уезжает. И ни за какие ковриги она сюда не вернется. Вот и все. Как завлекать, пишет нам Тамара. Мой братец, в скобочках, далеко не интеллектуал, женат на англичанке, которая по-русски пишет без ошибок. Так вот, когда у него заканчиваются аргументы в спорах про страны, в ход идет козырь. Зато у нас самое большое литературное наследие. Этим мы будем завлекать, пишет да, нам Тамара. Да. Мне кажется, по качеству и объему литературного наследия англичане, в общем, нам не уступают. А по степени влияния, наверное, на мировую культуру даже превосходит, уж что тут говорить. Про Путина в лифте уже было, Артем из Казани, но, ребята, это на самом деле на радио мы не можем визуализировать. Кто-то из пранкеров известных, значит, в квартире, в многоквартирном доме обычном, в лифте повесили, в новом лифте отремонтировали, повесили здоровый Путина. Портрет Владимира Владимировича, и в углу повесили маленькую камеру с микрофоном. И подборка, как люди на это реагировали. И как бы вот вам настоящий народный рейтинг. Но это надо смотреть. Масса в Ютубе, в Фейсбуке, у всех на репостах. Я это выложил, кстати, заходите к Виктору Нампутову в Фейсбуке, посмотрите прям самый последний пост. Все сразу становится понятно. Плюс 7-903-797-6333. Пару минут и продолжим. С приветом, Набутов. Доброе утро еще раз. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Друзья, до 11 утра вместе с вами. Не забывайте про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя» в Ютьюбе и на нашем сайте silver.ru. Да, доброе утро, товарищи. Подзагрузила эта тема, я смотрю. Как-то не верите в возможность возвращения соотечественников. Нечем заманивать. Как бы, если говорить серьезно, то нет, да, действительно, не предлагаем... как бы конкурентной среды обитания интересно. Вспоминают старые никому советские вдоль, даже вдоль анекдот, границ наших. Ну, кроме там Туркмении и Таджикистана условно. Когда еврею, уехавшему довольно давно из СССР, миллионеру, он ослеп, ему предлагают вернуться не так. Обратно. Не так. Когда вызывают рабочего там Иванова в жилконтору и говорит, советские времена, говорит, товарищ, у нас для вас, так сказать, печальная новость, радостная новость. Знаете, выяснилось, что у вас есть в Соединенных Штатах, так сказать, уже очень-очень пожилая, тяжело больная, действительно ослепшая бабушка, мультимиллионерша. Вы знаете, вот мы с коллегами, сотрудниками госбезопасности, вот они присутствуют,
и с работниками ЖЭКа подумали и решили сделать вам, советскому человеку, квалифицированному работнику, ударнику труда, сделать потрясающее предложение. Пускай ваша бабушка переезжает сюда, в Союз. Только завещает все деньги государству, а мы ей предоставим новую светлую однокомнатную квартиру вот в новом хрущевском доме, как раз только построенном, с пандусом, в дворе поликлиника. Ух, сотрудник, вот, да. Сотрудница собеса будет приходить дважды в неделю. Вот. А вы, соответственно, вам туда ехать не надо. Он сидел, слушал, говорит: послушайте, товарищи, говорит, бабушка ослепла, но не охренела. Поэтому где-то так. Так и есть. Так. Но на самом деле это все, конечно, вы знаете, смешки-то сквозь слезы. Так. Зато у нас предложили сажать в тюрьму на 10 лет. Замшелые баянистые анекдоты на мне. Артем, зато актуальный. Не новый, да, я его раз вспоминаю иногда, почему он вполне актуален, да. Так, досадно просто, сколько для России в прежние века сделали немцы, итальянцы, французы, сколько их осталось. Получалось же, а сейчас даже бывших своих привлечь нечем, пишет нам Вадим. Много чего сделали? Да почти все. 730-101 плюс 7-903-7-9-7-6-3-3-3. Хорошие, скажем, интересные новости про Трампа или про зарплату в России? Спрашивают, будут ли возвращать детей депутатов. Там не только дети, там жены, там все семьи и так далее. Вы знаете, мне кажется, они не поедут. А как же это? Понимаете, слишком хорошо здесь. Лёва, домой! Вот это вот из окна крикнуть, и ребенок хопа прискачет. Да, безусловно, конечно. Так, значит, что я хотел про Трампа? Про Трампа, о да. Трампа-пампа. Трампа жжет. Значит, я напомню, что оправдали Трампа. Никакого импичмента не случилось. Но... Сенат же республиканский. Спустя два дня после оправдания в Сенате Трамп уволил сотрудников Белого дома, которые дали против него показания. В их числе, например, постпредприезд. Ну, что можно сказать, имеет право. Да. Значит, в пятницу, 7 февраля, с должности был снят сотрудник Совета по нацбезопасности Александр Видман, а также постпред США при ЕС Гордон Сандленд. Помимо этого, брат Видмана Юджин был уволен из адвокатской службы Белого дома. Ну, не знаю, как системно и... Причем там реплика была от Трампа, ну, просто кто-то должен заплатить за это. Правильно. Вы понимаете, он настолько отличается от привычной американской, давно выстроенной, сложившейся системы, любой внутреннего управления и принятия международных решений, просто вышел за ее рамки. Он человек бизнеса, а не политик. В отличие от Обамы, который там был сенатором, прошел все хитрые ступени американской политической карьеры. Ну, человек авторитарный и так далее. И в моменте это приносит свои плоды. Конечно, он чрезвычайно эффективен. Он всех продавил, всех абсолютно. О чем он говорил в своей речи, там можно там с небольшими скидками, конечно, ну, некоторые моменты там не до конца соответствуют действительности, как я понимаю, но тем не менее. Действительно, там сумасшедший рост количества рабочих мест, понизившие налоги, рост экономики, который еще при Обаме, кстати, начался, все его два срока был. Что еще там? Решение миграционных проблем прогнул китайцев по полной программе. Ну, не до конца еще, ну, до 250 миллиардов там дефицит торгового баланса между ними снизился и так далее. Пока он очень успешен. И, собственно, поэтому у него, по-моему, самый высокий рейтинг сейчас на фоне еще проблем конкурентов в Демократической партии со всеми это, ну, не праймерис, как они, коксы называются, да? Значит, и, в общем, сомнений в том, что он выиграет выборы в одну калитку предстоящие, вообще нет ни у кого. Более того, праймерис внутрипартийный, он уже выиграл там с результатом, набрав там 90% голосов. Он уже начал там, у них праймерис у республиканцев. Значит, смотрите, что любопытно. Криптодериативная биржа FTX запустила токен, то есть криптовалюту Trump 2020,
который работает как фьючерсный контракт. Фьючерс позволяет трейдерам открывать длинные и короткие позиции на переизбрание Дональда Трампа и на его проигрыш в президентской гонке, соответственно. Если Трамп выиграет выборы 2020, стоимость токена составит $1. Если проиграет, $0. Как пишет CoinDesk, значит, теоретически текущая цена примерно соответствует шансам Трампа переизбраться. Если вы полагаете, что шанс на победу Трампа 52%, токен должен торговаться по цене 52 цента. К 19.30... 9 февраля токен торговался на уровне 62 цента. То есть это примерно столько, сколько планируется, что Трамп наберет на предстоящих выборах. И это сверхуверенная победа по американским меркам. Плюс 7-903-797-6333, номер нашего смс-портала, он же номер WhatsApp Вайбера, 730-101. Послушай, здесь задают вопросы, что вы слышали про радиацию в Москве. Значит, смотрите, ребят, телеграм-канал «Подъем» сообщил о том, что датчик в ГУП «Радон» зафиксировал резкий скачок радиации в Москве в несколько раз, но сейчас СМИ публикуют опровержение. Столичный главком МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации. Значит, как сообщили ТАСС, в пресс-службе столичного ГУ МЧС радиационный фон в городе не превышает норму. Цитата из сообщения МЧС. Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности. По данным в ГУП «Радон», радиационный фон в Москве не превышает норму. Ну, слава богу. Это последние официальные данные. Зато в Москве, и я предлагаю обсудить так. Это отдельно. Так. В парке «Сокольники», не побоюсь этого слова, прошел митинг мужчин против их дискриминации. Ну, слава да. Господи. Кто? Кто тот человек, это который вот минувший наконец-то уикенд. Сорганизовал? То есть мужчины борются против ущемления своих прав. Таких мужиков набралось около 200 человек. Требование уравнять права мужчин и женщин. А то женщинам у нас, понимаешь, живется лучше, чем представителям среднего пола. Все, понимаешь, льготы и поблажки им, а почему-то не мужикам. Долой разделение на сильный и слабый пол, все равны. Среди плакатов на этом несанкционированном, насколько я понимаю, мероприятии были такие: против алиментного рабства, верните отцов в семьи, дети должны быть в полной семье, и отмените службу по призыву и так далее, и так далее. Были и смешные. Я их куда-то потерял. То есть вот это не смешные. Нет, ну на самом деле тема серьезная. И мы много раз ее то же самое алиментное рабство, и то, как суд у нас при разводе, да, принимает решение всегда, в пользу женщин. Практически всегда, да. Да, за редким исключением, есть какие-то девиации совсем. Я хотел с вами, ребята, обсудить все-таки... А сколько народу пришло? Ну, пришло 200 человек, 200 смелых, ну, понимаешь, а на самом деле, ну, поддерживающих инициатив нас миллионы, Дарья. Просто, нас просто миллионы! Просто мы под каблуком! Нет, это разные вещи. Каблуки как? Здесь не участвуют. Жена сказала, нельзя Нет, ходить, это активные, пошел. Смелые мужчины, у которых есть гражданская позиция. И сложно не согласиться, что дискриминация по половому признаку в стране очевидна, Дарья. Нам, мужикам, уготовлена в России незавидная роль, извини меня. Только будь добытчиком, и ты, понимаешь, исполняй супружеские обязанности по расписанию. Тоже мне нашли понимать. Да, не допросишься. Вот. Я устал на работе, я деньги да? приношу, у меня вот. Голова болит. Ты понимаешь, вам все кайфы жизненные. Так. Понимаешь, а мы это самое. Хрен с солью доедаем. А что хотите-то? Мы ничего, мы хотим, чтобы, хотите, чтобы вам было хрен как? С солью, а нам мы хотим готовить, так. Лежать целыми днями, кричать, что мы там, я не знаю, устали, мы беременные, вытирать. Но этого не получится, к сожалению. А надо постараться. Да. Мы хотим нормальной человеческой женской судьбы, я бы так сказал. Чтобы о нас заботились, окружали лаской, так. Безопасностью. Чего хочет мужчина нормальный? Ура! Пишут нам слушатели. Скоро появятся муженитивы. Муженитивы. Доярк, нянь и так далее. А что в этом такого? Что в этом такого, если в Швеции, я не помню, как-то рассказывал, например, очень высокооплачиваемая, одна из самых популярных профессий, это нянь в детском саду и воспитатель или учитель да. в да. младших классах школы. Таким образом, шведы компенсируют недостаток ну, как бы мужчин в семьях, потому что тоже практика, ну, как правило, что ребенок остается с мамой, там, и бабушкой, и вот эта вся история, ему нужно мужское внимание, воспитание, особенно да, мальчиком, да. ля-ля-ля-ля-ля. Да и девочкам тоже. Подливает масло на костер вот этого мужского равноправия. Да, Ирина, Ирина из Нижнего пишет, а теперь еще и ипотечное рабство. Подписал Путин закон, обязующих бывших отцов покупать детям квартиры.
Зато, пишет Ирина, потом можно потребовать алименты с отпрысков. Что Путин подписал? Закон. Какой? Про ипотечное вот это вот рабство ваше. Чего там написано? Еще раз. Будете теперь покупать детям квартиры. Как звучит формулировка, извините меня, да, тормозни, это важная история. О, напрягся. Да, шутки шутками, вы понимаете, что это значит, секунду. То есть им я что, уже наплодить не могу, что ли? Нормально, с широким жестом сеятеля. Всем по квартире, да квартир не хватит в Москве. Широким жестом, господи, Витя. Могу вот в Иркуте, пожалуйста, 50 тысяч рублей трешка. Парочку прикупить. А что это сразу в Иркуте-то? Ну, извини, там же не написано, где я должен покупать квартиру отпрыском. Так, подожди, ну мне надо найти. Да охренеть, какой это сумма, это просто, ну, вгоняй меня в долги, как в анекдоте. С ума сойти. Да, доброе утро, я пока поговорю с нормальными людьми, которые меня поддерживают. Сейчас мы не успеем это сделать. Значит, мужики, давайте, и женщины, многие на нашей стране. Многие наши женщины хотят быть мужчинами. И многие наши женщины хотят, чтобы мужчины были женщинами. Кем-то, о ком можно заботиться, любить. Вы понимаете, дарить подарки, возить на курорты. Ну хорошо, и так далее. Хорошо. Что еще? Ладно. Мы тоже хотим, извините меня, ходить в салоны красоты и болтать с дружками. Вот. С дружками, обсуждать футбол, курлы, листать журналы. Вы понимаете, что это мы лишены такого права? Что это мы должны упарываться там на производстве? Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. С приветом, Набутов. Еще раз доброе утро, Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Так, смотри, по поводу закона. Так. То, что Минюст решил обязать, такая, по крайней мере, информация, значит, появилась в СМИ, обязать разведенных родителей, то есть отцов, да, обеспечивать своих детей квартирами. То есть это прямо обязанность. Это я не против, если есть такая возможность, да, ради бога, это замечательно, я не понимаю, почему здесь Минюст. В общем, паниковать не надо, значит, что пишут сейчас СМИ, обязанности обеспечивать ребенка квартирой в одно лицо никто никому навешивать не будет. Значит, что нам, сейчас я вам скажу, это поправки в семейный кодекс. Значит, сейчас 86-я статья Семейного кодекса говорит о том, что родители в равной степени несут дополнительные траты, если у ребенка есть исключительные обстоятельства, тяжелая болезнь, увечья, нетрудоспособность, ну и там прочее. А теперь к этому прибавится, к пункту к этому, просто прибавится отсутствие жилья у этого ребенка. Но обязанности останутся равными. Понятно. Значит, давайте вернемся к глобальной теме. Слушатели предлагают тебе по поводу прав мужчин, за которые надо бороться, начать бороться с крановщицами, сварщицами, водительницами и так далее, а то заполонили, пишут. Ну, да, а что в этом такого? Пускай девчонки самоутверждаются, зачем, мы живем в свободной стране, зачем отнимать у них возможность реализовать себя в какой-то классной, интересной профессии, крановщица. Что в этом плохого? Я, кстати, знаком, я был на платформе «Приразломная», там есть такие специальные два, это единственная наша арктическая огромная платформа, целый город в Баренцевом море. Там два специальных крана, через которые осуществляется отгрузка нефти на танкеры. Вот. И, соответственно, одна из операторов, девушка потрясающая, забыл, как ее зовут, к сожалению, профессиональная, с большой зарплатой, обожает свою работу. У нас в эфире была девушка-кузнец. Ни много, ни мало. Нет, ну, мы сейчас не говорим о том, что женщины не хотят заменить мужчин. Женщины хотят служить и на флоте, и быть пилотами истребителей. Кстати говоря, во всем мире это в порядке вещей. В американской армии есть, я уж не говорю там про израильские и европейские армии. Полным-полно. Посмотрите на министров обороны европейских стран. Там обороны, правда, нет никакой. Только в телевизоре в нашем, только там это ужасная европейская военная машина. Но тем не менее. Израильская военщина. У нас тема не об этом. Да, ребята, еще раз, для тех, кто только что присоединился, в Москве, в Сокольниках, прошел митинг, значит, за... За петинг. Ну, может быть, когда Митя пошел на петинг, Петя пошел на митинг. Пошли, да, бородатые. Пошли. Значит, за права мужчин. Вышли 200 мужиков, которые сказали, мы требуем равноправия. 200 смелых. Да, 200 спартанцев буквально. По поводу мужинитивов, Владислав нам пишет, что не доярк, а доярин. Доярин. Доярин, красиво, согласись. Согласен. Но, в принципе, это 200 смелых, а на самом деле нас миллионы. Мы просто несчастные, забитые, уставшие российские мужики.
Мы хотим равноправия. Мы еще раз говорю, мы хотим тоже сидеть, ходить на педикюр, извините меня, листать журналы, понимаете, плакать в подушку. Мы же только этим заниматься занимаемся. Какими-то приличными целыми днями только этим и занимаемся, Виктор дорогой. Потому что вот держит, есть, конечно, такие, так сказать, Вениамин пишет, да-да, хочу быть содержанцем. Да? Губки себе подколем, сисечки подделаем, будем ходить в зал с утра до вечера, постить фоточки в Инстаграме. Да-да-да, вот в связи с этим будем нормально вопрос... себя жить. Вадим, вот один из мастодонтов, но, видишь, просто сложно себе признаться. Это вот, ну, психологически сложно человеку, когда он всю жизнь жил по каким-то стереотипам, сказать, да, а ведь это про меня. Это очень сложно, Вадим, не переживайте, к вам это придет. Он пишет нам, ну, конечно, для женщины быть мужественной это круто, а для мужика быть женственным это фу. Это вот почему пишет нам Вадим. А мы же не говорим о том, что мужчина должен быть женственным, ни в коем случае. Подожди, ты только что сисечки подкалывать собирался. Ну, это если хотим, а можем не поможем подкачивать, какая разница? Это вообще про другой разговор. Но слушатели интересуются, в чью сторону будем уравнивать права? Мужиков считать слабым полом или женщин считать мужественными? Все очень просто. За равноправие. То есть все одинаковые? Абсолютно. Такой твой девиз. Почему, например, там девушка должна в декрете сидеть 3 года? Ну, сейчас модно, когда у нас папа уходит. Папа все уходит, по 1.5 года распилились, пошли. Оля нам пишет, почему их так мало было, правильно, остальных жена не отпустила. Не отпустила, да. Так и есть. Да, и это домашнее насилие, а и рабство. А что мешает вам ходить на вот маникюр, это, спрашивают? На футбол, значит, на футбол к маме, значит, к маме. Это все сформулировано. Ребят, на самом деле, тема не шуточная. 200 человек не будут тратить выходной день ради какой-то ерунды. Еще раз вопрос озвучу. Что мешает ходить на маникюр сейчас? Когда сейчас? В цеху, потому что крановщиц же не хватает и кузнечик, как их будет. Знатный столивар Виктор Кириллович Набутов. Спасибо. Не отходя от печи, так сказать. Да? Друзья, оставайтесь с нами, мы скоро продолжим эту тему в том числе. Пишите, звоните, не забывайте про видеотрансляцию.